два типа яиц. Здоровенные, храбрые яйца. И маленькие, пидорастические яичишки. Это твои последние слова, ты лучше молись. Понятно. Каждый хуй всегда стоит и зорко озирается. Только мозгов у него нет. И как только почует пиздятину, так он сразу оживляется. И вот ты решил, что здесь пахнет старой доброй пиздятиной. И приволок с собой свои пидорастические яичишки, чтобы повеселиться. Но ты немного перепутал. Никакой пиздой здесь даже не пахнет. Сейчас ты пожалеешь о том, что не родился бабой. Как и положено безмозглому хую. Ты не разбираешься в ситуации. А теперь ты начинаешь сморщиваться. И твои маленькие яичишки сморщиваются вместе с тобой. А теперь съебали отсюда.